Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей, на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» будет выбирать себе квартиру. Мы покажем вам весь процесс по приобретению недвижимости, начиная от знакомства с предложениями на рынке жилья и получения кредита. Прежде чем обращаться к специалистам за подбором вариантов жилья, «Большая стройка» определилась, что покупать мы будем двух- или трехкомнатную квартиру в одном из уютных и живописных микрорайонов города над Сожем. Итак, Управление капитального строительства города Гомеля – лидер по объему ввода жилья среди аналогичных предприятий не только в нашей области, но и в регионах страны. Возможно, предложение этой организации заинтересует нашу программу. Здравствуйте. Добрый день. Это программа «Большая стройка», и мы хотим у вас приобрести квартиру. Очень приятно. На текущий момент мы можем предложить вам двухкомнатные квартиры. 96-й микрорайон – это хуторного бизнеса, и 59-й – шведская горка. Начнем со шведской горки. Шведская горка у нас район, расположенный в советском районе города Гомеля, вблизи реки Сож. Значит, двухкомнатные квартиры в этом районе представлены у нас в трех объектах. Это 18-18А, 21-21А и 22-й. Отличаются они место расположения по частям света и датой сдачи объекта в эксплуатацию. Полная информация о самом районе «Шведская горка», а также квартирах и, в частности, их метраж, стоимость, планировка у нас уже есть. А что предлагает городской УКС в 96-м микрорайоне? Двухкомнатные квартиры у нас также предлагаются для граждан, жителей города нашего. Это 96-й микрорайон «Хутор». Дома расположены вдоль улицы Кристалловская, недалеко от 15-й школы. Два дома, 59А и 59, абсолютно идентичные. Все квартиры двухкомнатные. В этом доме есть квартиры, как выходящие на одну сторону, в данном случае 62, 23, 60-18 квадратных метров, так и выходящие на две стороны, 63-23 квадратных метра, 65-56 квадратных метров. Нам понравились ваши квартиры, которые вы предлагаете Гомельский городской УКС. А могли бы ли вы их нам показать? Конечно, у вас есть такая возможность. Мы вас попросим. Спасибо. «Большая стройка» обязательно побывает в тех квартирах, которые предложила УКС города Гомеля. Но сначала мы познакомимся с вариантами жилья от Гомельского домостроительного комбината. Мы можем предложить вам в настоящий момент приобрести двух- и трехкомнатные квартиры в разных районах города Гомеля, таких как Шведская горка, это 59-й микрорайон, 16-й микрорайон и 18-й микрорайон. Стоимость квартир тоже зависит от района. В микрорайоне Шведская горка имеются трехкомнатные готовые квартиры в доме модернизированной серии. Площадь квартиры составляет 82-84 квадратных метра. Цена такой квартиры составит примерно 71 тысячу рублей. При покупке возможна оплата в рассрочку до 3 месяцев и возможна оплата полной стоимости. Тогда применяется скидка в размере 3%. Как пояснили специалисты Гомельского ДСК, сейчас предприятие является застройщиком нескольких домов в областном центре и предлагает вступать в долевое строительство. При этом срок возведения дома не превышает 7-7,5 месяцев, а если покупатель приобретает готовое жилье, то время на его оформление в собственность и вовсе сокращается до 2-3 недель. Изучив предложение по жилью в городе над Сожем, программа «Большая стройка» решила обратиться в Центр продаж квартир. Здесь саккумулирована вся информация о новостройках не только в областном центре, но и в Гомельском районе. На сегодняшний день одно из предложений в Гомельском районе – это поселок Чонки. Там предлагается к продаже 5-этажный жилой дом с набором 1-2-3-комнатных квартир. Стоимость квартиры за 1 квадратный метр 1-комнатных и 2-комнатных – 850 рублей и 830 рублей – 3-комнатные квартиры.
Теперь, когда мы имеем полную информацию о всех строящихся квартирах в Гомеле и Гомельском районе, можно отправляться непосредственно на сами объекты. И первая в списке у большой стройки – новостройка в Чонках. Расскажите, что это за квартира? Значит, смотрите, квартира у нас построена под отделку. Это трехкомнатная квартира. Здесь три комнаты, есть кладовая у нас, туалет, ванная. И можем пройти посмотреть на кухню. Если можно, покажите. Значит, на кухне у нас газовая плита. И особенность этой квартиры, что у нас здесь автономное газовое оборудование. То есть у нас всегда есть вода горячая и всегда отопление в любое время. Даже летом или осенью, когда вам это удобно. Вот это одно из преимуществ. Здесь ванная находится. Некоторые жильцы уже берут разрешение на перепланировку, как бы кому как нравится. Убирают перегородку и делают совместно санузел. Поэтому в этом доме уже есть счастливые обладатели квартиры. Да, есть жильцы, которые уже как бы довольны, и никто еще никаких претензий не предъявлял. В числе жилья, которое также показалось нам привлекательным, многоэтажки в шведской горке. Посмотрим сейчас эту квартиру, которая уже, в принципе, готова и ждет своих покупателей. Данное жилое помещение, обратите внимание, оборудовано металлической входной дверью. На стенке имеется уже домофон. Значит, у нас две комнаты. Данная квартира представлена двумя жилыми комнатами. Они по 16 квадратных метров. Сейчас мы находимся, обратите внимание, на коридор 9 квадратных метров. Это что за комната? Это зал? Это может быть как и залом, как и жилой или спальной комнаты. Они абсолютно одинаковые, по 16 квадратных метров. Вы можете обратить внимание, что она достаточно продуманная эргономика данной квартиры. Эффективность использования пространства здесь налицо. И все-таки вот хочется сакцентировать еще раз внимание, что здесь, я так понимаю, что отделка, она будет уже по работам, наверное, минимальная, потому что ровные стены, ровный потолок, ровный пол. Абсолютно я с вами согласен. Если вы внимательно посмотрите на данное помещение, можете обратить внимание на качество наших панелей, отделки уголков черновой, выключатели размещены удобно для руки, эргономично, розетки чуть ниже пола, чтобы никто не зацепился, не порвал что-нибудь. Помещение, видите, достаточно чистое, гладкое, то есть количество средств и денег, необходимых на ремонт данной квартиры, будет минимален. Метраж данной квартиры составляет 60,26 квадратных метра. Стоимость квадратного метра в данной квартире 850 рублей. Общая цена данной квартиры будет составлять 51 200 рублей белорусских. Важный этап в процессе приобретения жилья – это кредитование. На данный момент в Гомеле деньги под строительство квартир выделяют 5 банков. В их числе Беларусьбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк и БПСбанк. За разъяснением условий кредитования жилья мы обратились в Белагропромбанк. Добрый день. Добрый день. Это программа «Большая стройка». Мы себе присмотрели жилье и хотели бы воспользоваться кредитами вашего банка. Присаживайтесь, пожалуйста. Белагропромбанк предлагает кредит на строительство недвижимости сроком до 20 лет. В течение первых двух лет процентная ставка в размере ставки рефинансирования составляет 14%. На третьем году и далее будет ставка рефинансирования увеличенная на 3%. Я беру в вашем банке 25 тысяч кредита на покупку жилья. И какая сумма платежа будет составлять по моему кредиту ежемесячно? Сумма рассчитывается сроком до 20 лет. В течение первых 18 месяцев у вас будет отсрочка по уплате основного долга. И будут начисляться только проценты в размере около 300 рублей белорусских. Затем у вас основной долг поделится равными долями на оставшийся период и проценты. И составит ваш платеж около 400 рублей белорусских. Соответственно, основной долг у вас будет около 100 рублей и проценты за пользование кредитом. Ежемесячная сумма будет уменьшаться на сумму основного долга.
Наша программа также изучила предложение по кредитованию жилья, которое предоставляет Белгазпромбанк. Если рассматривать стандартную покупку двухкомнатной квартиры в городе Гомеле, то Белгазпромбанк финансирует 80% от стоимости данной квартиры. В данном случае это будет 40 800 белорусских рублей. При этом самому кредитополучателю необходимо иметь собственные деньги. Доля собственного участия должна быть не менее 20%. В данном случае, если это двухкомнатная квартира, то это где-то 10 200 белорусских рублей. Оставшуюся часть Белгазпромбанк финансирует за счет кредитных ресурсов. В данном случае платеж по основному долгу будет составлять 170 рублей белорусских, платеж по процентам 575 рублей. Где-то ежемесячный платеж будет 744 рубля. При условии финансирования двухкомнатной квартиры в размере там, 60 квадратных метров. Возможно, при выборе недвижимости вам также будет полезна информация, касающаяся использования льготных кредитных ресурсов по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 20 марта 2017 года, Беларусьбанк будет предоставлять гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, кредиты по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Сумма указанных льготных кредитов ограничена строительством 4 домов в городе Гомель, перечень которых утвержден. Это жилой дом номер 21 в микрорайоне 104-м, вторая очередь, и 3 жилых дома по улице Федюнинского, позиция 1, 4 и 5. Заказчиками жилых домов в 104-м микрорайоне выступают УГС города Гомеля, 3 жилых домов по Федюнинскому, заказчик Гомельский ДСК. Стоит отметить, что граждане, состоящие на учете нуждающихся, должны уже сейчас известить администрации районов Гомеля по месту постановки на учет о желании участвовать в строительстве квартир. Строительство данных жилых домов будет производиться по принципу строительства долевых жилых домов путем заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлению администрации районов. Гражданам уже сегодня нужно позаботиться о участии в долевом строительстве данных домов путем обращения в администрацию и обновления необходимых справок для подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий. Большая стройка, конечно же, определилась с выбором, где и какую квартиру стоит приобретать. Мы надеемся, что наш опыт поможет вам при поиске вашего жилья. До встречи на новых стройплощадках Гомеля!